В Астане стартовал 6-й чемпионат мира по шинке, укушинкай и карате. В течение 2 дней порядка 200 спортсменов будут бороться за звание сильнейшего. Это лучшие бойцы из 40 стран мира, среди которых Великобритания, Австралия, Уругвай, Южная Африка, Канада и Испания. Поединки пройдут в 8 весовых категориях. По словам организаторов, Казахстан впервые проводит этот турнир. Он проходит раз в 4 года. Кроме того, с 4 по 6 июля в городе Щучинск состоится всемирный семинар по карате и квалификационный экзамен по этому виду спорта. Я думаю, сегодняшние великие спортсмены, те, кто будет участвовать в этих, приехал к нам участвовать будут в этом турнире, дадут нам новую энергию для новых дел, для новых устремлений. Все те, кто стоял в развитии карате, шинки, укушинкай в Казахстане, в Астане. Все это была мечта, что когда-то, когда здесь начинался этот вид, что вот будут именно такие турниры проходить.